Здравствуйте. Очень хотелось бы, чтобы после сегодняшней программы многие из вас, кто нас смотрит, задумались о том, что мы сегодня будем говорить в прямом эфире на телеканале ТНВ. Это «Вечерний разговор», это программа «Стиль-7». Я представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Это Вергун Виктор Васильевич, доктор медицинских наук, эксперт по информационным процессам и технологиям. Если у вас есть, а я думаю, что они будут, вопросы нашему гостю, пожалуйста, звоните нам в прямой эфир. Номер телефона вы видите на экранах ваших телевизоров. Виктор Васильевич, я задам первый вопрос. Эксперт по информационным процессам и технологиям. Что это такое? Все, что составляет нашу жизнь, является каким-то процессом. И любой процесс может быть описан с точки зрения науки. Даже такой процесс, как знание души в Боге, тоже можно описать. И в последнее время, особенно вот то, о чем вы слышали, и мы, о чем мы с вами говорили, торсионные поля, тонкий мир, уже многие и эти явления стали полноценным предметом изучения физики. Вот мы и занимаемся изучением, 10 лет существует наша научная группа «Океан», и 10 лет мы занимаемся изучением этих процессов. И ну, я профессионально в Европе работал экспертом по информационным процессам и занимался изучением как раз таких явлений. То есть можно тонкий мир, можно душу человека описать каким-то образом, математически или физически? Безусловно. Или если что-то нельзя впрямую изучить или описать, можно описать интерпретацию этого явления. И этого будет уже достаточно для того, чтобы понять сущность, и для того, чтобы как-то с пользой для себя вот осознать этот процесс, компенсировать его, или соответственно обогатиться какими-то знаниями. Виктор Васильевич, а для чего это необходимо? Я задаю вопрос рядового человека, рядового жителя нашей планеты, нашей страны. Для чего ему нужно математическая модель души? Ну, во-первых, все на Земле заняты, во всяком случае, передовая часть человечества тем, что пытается изучить или изучать мир, в котором мы живем. Другой вопрос, для чего мы это делаем? Мы тоже 10 лет назад поставили такую задачу, научиться изучить и научиться описывать эти процессы. И сформулировали мы наши задачи «Экология социума и среда обитания». И в конечном итоге мы пришли к выводу, что мы все утратили способность жить. Мы... В процессе эволюции, развития человечества? Ну, в процессе так называемого научно-технического прогресса. Ведь мы знаем, что древние там атланты могли с помощью мысли перемещать предметы на расстоянии, могли предугадывать события и так далее и тому подобное. То есть в процессе эволюции человек уплотнился, может быть, так и необходимо, может, не стоит ничего менять? Ну, в итоге, знаете, есть такая пословица русская, цыплят по осени считают. В результате тех знаний, которые имели атланты, Атлантида и погибла. Знания они имели «будь здоров» о законах жизни. Вообще древние имели представление о реальной жизни. Но как все живое, как все настоящее, вообще любая материя живая, она имеет такую неприятную тенденцию, неприятную в кавычках, развиваться. И мы тоже должны участвовать в этом процессе развития. И нам удалось описать, что такое системность. Это фактически краеугольный камень в науке. И любое явление, фактически, это является задачей многокритериальной оптимизации. То есть нельзя смотреть однобоко, а также, допустим, как в медицине, вылечил человека, а вот я его вылечил. Но последствия никто не изучает. Кстати, вылечил. Вот есть медицинский способ лечения, да, есть какой-то экстрасенсорный, бабушки, знахари, специалисты по нетрадиционной медицине. И те, и другие лечат. Как определить, где человеку получить истинное здоровье?
Ну, давайте, это очень долгий, очень сложный вопрос. Давайте я постараюсь просто на него покороче ответить. Сейчас под излечением человека в медицине понимается способность человека выполнять функции на работе. То есть и под это и соответствующие методики. Допустим, если раньше существовал в основном ятрофизический способ лечения, то сейчас преобладает ятрохимический. Всевозможные таблетки, стимуляторы и так далее. Для того, чтобы человек в имперском государстве смог производить какую-то продукцию, а которая 90% сейчас всей этой произведенной продукции вообще никому не нужна. И, к сожалению, такая концепция, такая теория, она имеет место, существует, и под эту теорию создаются всевозможные, даже, можно сказать, и замечательные технологии по восстановлению работоспособности какого-то органа, чтобы он несколько лет проработал. На самом деле, реальная и настоящая концепция здоровья, что такое вылечить человека. Допустим, человек заболел. Чтобы вылечить человека, во-первых, нужно устранить причину, по которой у него возникла эта болезнь. А это его способ существования, это его менталитет. Как ты себя слышишь, как ты себя чувствуешь, как ты себя понимаешь, как ты разговариваешь. На это способен представитель традиционной медицины? Вот на это, то, о чем я говорю, это более глубокая форма, потому что сейчас я продолжу. Видите, какая сложная тема. Дело в том, что целительская школа у нас на Руси, конечно, выше, чем на Западе, лучше. И часто целитель, он способен восстановить человека, вылечить его. Но зачастую это делается за счет себя, за счет своего здоровья, во-первых. А во-вторых, просто вылечить, восстановить какой-то орган, или даже многие целители, они как бы, когда органы восстанавливаются, это связано, конечно же, и с культурой человека, с его духовностью. Потому что как, каждый орган — это не просто какой-то кусок мяса, а это какой-то сгусток в пространстве. Это его отношение. Ну, вы знаете, желчный человек злой, допустим, вот у него печень больная, печень вылечил, человек стал добрым. Вот. Но это 1% всего, навсего. Потому что реальное здоровье — это нужно научить человека механизмам поведения, культуре поведения, эстетике поведения. Каждое произнесенное слово имеет колоссальное значение. Каждый звук. Сейчас мало кто знает, да и вообще почти никто не знает, как нужно разговаривать. К примеру, то есть мы неправильно разговариваем. Как на уроках сольфеджио, когда, допустим, кто-то, певец поет, распевается, преподаватель ему объясняет, как нужно ощутить вибрацию звука, петь в себя, гласными звуками, создать внутри себя вот такую вот пустоту, чтобы на этим звуком резонировала каждая клетка. То есть я перебью, обыкновенная молитва, будь то той или иной конфессии, может воздействовать благоприятно на человека. Совершенно верно. Вы немножко не вовремя перебили, я сейчас закончу. И очень хороший ваш вопрос, сейчас перейдем к нему. Когда человек разговаривает, в каждом слове присутствуют божественные звуки, гласные, согласные. И говорить нужно себя, так же, как и на уроке музыки, когда мы поем, точно так же мы должны разговаривать. И слушать, чтобы каждым звуком мы себя лечили. Чтобы каждый звук вибрировал в каждой клетке. И, соответственно, мы должны заботиться о том, чтобы и говорили мы эстетически, очень красиво, оптимально. И тогда от такого разговора внутри формируется очень чистая, очень правильная среда. Такая физиология, которую задумал Всевышний. А молитва, она к
конечно же, это специально подобранные соотношения звуков, гласных, согласных, образов, которые являются настроечным камертоном для человека. Но, к сожалению, все давно утратили даже и способ, как молиться. И многие вот ходят в церкви, там, в Божьи храмы. Ну, для чего? Я смотрю, что результата никакого нет. Потому что если ты помолился, ты ведь в течение дня должен находиться в этом состоянии, в состоянии молитвы. Если ты произнес «Отче наш», «Отче наш», ведь вот же он пришел. Так послушай ты его, услышь каждой клеткой. Пока не услышал, не произноси следующих слов молитвы. И в этом состоянии ты должен находиться в течение дня. И все твои поступки, ты должен свои поступки соизмерять с этим законом Божьим. А в этом состоянии ты не способен совершить никакой плохой, дурной поступок. А у нас вместо этого сейчас особенно видные политические деятели, бизнесмены после молитвы совершают много всяких тяжких фактически преступлений перед народом, перед семьей, перед собой, оправдывая это там тем, что вот Аллах, значит, он, значит, хочет покарать кого-то и так далее, и так далее. А, кстати, человек, совершив какой-то поступок, тот же бизнесмен или политик, ну, поступок, который не вписывается в общую структуру, скажем так, развития мира, он получит по заслугам? Безусловно. И когда? Значит, получает сразу, значит, сразу у него происходит разрушение внутри, но запас клеток слишком огромный, поэтому это не видно. Если едешь на автомобиле со скоростью 150 км, чуть влево, сразу или вправо, и в кювете. Вроде все ясно, не крутить руль, куда не следует. А здесь говоришь, и ничего не происходит. Происходит еще как, но мы давно разучились это понимать. То есть это называется состояние идиотизма. Я как-то лечил одного пациента, ну, родственники меня пригласили, один известный шахматист, и у него отнялась нижняя часть тела. Он, ну, в коляске находится. И мы уговаривали его часа полтора лечиться. Он не хотел. Он говорит, а у меня ничего не болит. Я не хочу лечиться. У меня ничего не болит. Я чувствую себя хорошо. Вот это и есть то состояние. И для того, чтобы мы пришли к этой культуре, преподаватели, педагоги должны с первого класса прививать детям эту культуру. Потому что любая ложь, любое неправедное какое-то действие, оно в первую очередь... то есть в чем механизм? Прежде чем что-то сделать, у человека сформировался образ этого события. И этот образ сидит у него. И работает в первую очередь с ним. Все то, что ты сделал неправедно, все это тебе возвращается мгновенно. Во-первых, формируется болезнь. Люди все такие больные. Знаете, мне бы, я собираюсь написать книгу для детей, вот сейчас написал для взрослых пока, для детей, чтобы и в этой книге, если было бы, знаете, как замечательно, если бы преподаватель с первого класса рассказывал, что нельзя воровать. Пока еще дети маленькие, пока еще воруют авторучки, там, какие-то машинки друг у друга, нужно вот с этого возраста рассказывать то, что сейчас закончу, то, что кажется привлекательным. Ну, смотрите, так пришел к другу, а у него такая машинка, а у меня такой нет. Так-то я ее украду. Но весь фокус в том, что как только ты своровал, вот этот блеск, вот эта вся привлекательность, она тут же слетает с этой игрушки, и эта игрушка превращается в обузу, проблему, и она не является тебе, не приносит, не принесет никогда в жизни никакой пользы. Поэтому прежде чем украсть человека, и также на разных уровнях нужно подумать, принесет ли тебе это пользу. Виктор Васильевич, ну вот вы говорите о том, что все должно быть идеально. Я почему-то подумал о философской точке зрения, ведь без черного не бывает белого.
Значит, это принцип диподальности, называется в математике, в физике. Конечно, для того, чтобы мы знали, что существует день, мы знаем, что существует ночь. Но ночью мы спим. Мы не проявляем активность ночью, такую, как проявляют, допустим, там хищные звери, для того, чтобы поймать свою жертву и растерзать ее. Вот существует дорога. Вот грунтовая, вот асфальтовая. Ваш выбор, по какой дороге вам идти. Конечно, существуют разные явления. Вот хулиганы, а вот хорошие, положительные пионеры или друзья. С кем вам дружить, с плохими или с хорошими, это ваш выбор. И когда говорят, вот почему с человеком произошло такое несчастье, или, допустим, вот умер известный артист, вот мама его говорит, вот значит такая судьба, это наш крест, мы его должны нести терпеливо. Да ничего подобного. Господь нас всех создал для счастья, для радости, и чтобы мы не имели никаких проблем. Так или иначе, любой человек, он прекратит свое земное существование. Если будет вести себя так, как мы сейчас себя все ведем, мы фактически уже свое существование прекратили. У нас давно физические тела превратились в химические. Есть способ, чтобы не прекращать это земное существование, сколько хотите, хоть миллиард миллиардов лет. Материя не умирает. И нам удалось описать некоторые принципы закона синтеза материи. Один из этих принципов, ну, давайте я вам сейчас продемонстрирую первое упражнение, как научиться это делать. Почему бы и нет? А наперед скажу, для того, чтобы существовать и не умирать, и жить вечно... В физическом теле. В физическом теле. И, кстати, это конечный путь нашего развития. То есть? То, как Всевышний задумал, чтобы мы именно рай на земле был, чтобы мы жили в физическом теле, и мы слушали душу, тонкий план, путешествовали во всех мирах, умели передвигаться как угодно и отдавали отчет вживую вообще все, что происходит в мире, учились понимать это все, учились быть в сознании, научились приходить в сознание. Очень тяжело, к сожалению, поэтому еще раз возвращаюсь к книге, и удалось описать методику на уровне 10 упражнений, как это сделать. Первое упражнение, которое называется «Хлеб на ладошке», вот сейчас мы с вами и проведем. Но предупреждаю, нервных прошу не смотреть. Потому что сейчас, после этого упражнения, я назову главный закон жизни, главный закон существования, утерянный людьми много-много лет. И сейчас наши телезрители, все, кто нас видят, станут не просто свидетелями, а участниками этого процесса, этого удивительного такого процесса. Сейчас все, кто нас видит, познают этот закон. Если его выполнять, постоянно идет регенерация, омоложение органов, организма всего, ритмизируется событийность, в твоей судьбе меньше таких досадных промахов, вот всех эти проблемы мелкие куда-то уходят. Обретаешь качество жизни. И первое упражнение мы сейчас сделаем. Для этого нужно всем приготовить кусочек хлеба. Бегайте быстренько на кухню. Уважаемые телезрители, кусочек хлеба, пожалуйста, приготовьте. Сейчас будем экспериментировать в прямом эфире. Ну, пока готовят кусочек хлеба, я все-таки вернусь к тому, у нас одна мысль недосказанная осталась по поводу здоровья, концепции здоровья. Помните, мы говорили? Да. Так вот, целители, которые лечат собой и восстанавливают людей, все равно все болезни возвращаются. К излечиваемому? Конечно, потому что это 1% излечить, а 99% научить человека жить.
научить не формировать болезнь, избавить от причины болезни. А это, возвращаемся, это законы жизни. Как ты разговариваешь, как ты двигаешься. Это культура поведения, это эстетика поведения. Внутренний мир человека. Да. А этим, к сожалению, нигде никто не занимается серьезно. Декларируют, да. И везде там сейчас пишут, а да, мы комплексно подходим и так далее, и так далее. К сожалению, это только обозначение темы. А на таком уровне грамотной методики не существует. Ну, мы описали уже. Ну, просто нам удалось синтезировать из всех культур знания, выбрать их, описать. И вот она уже сейчас есть. Ну, это первое. А, сейчас я закончу. Да. И второе. К сожалению, у целителей наших тоже нет вот этого языка, способа описать то, что ты делаешь. Может быть, есть для него у всех? По частям, да. Вот поэтому вот и пришлось собрать это все воедино. Ну а теперь хлеб наши телезрители, наверное, приготовили. Давайте поставим маленький эксперимент. Маленький опыт. Вы тоже будете участвовать? Ну, хорошо, если давайте. Позволите. Давайте разломим хлебушек на две части и одну часть положим на ладошку. И я тебе разломлю. Положить хлеб на ладошку. И ладошкой послушать небо. Постарайтесь, чтобы рука была не на весу, чтобы не было напряжения в мышце. Придите в себя, расслабьтесь и просто послушайте небо. При этом не нужно медитировать, восторгаться, а слушать и закрывать глаза. Слушать нужно ровно, по-человечески, вживую. В данном случае пользуюсь только осязанием. Вот почувствуйте, как ладошка наполняется небом. Становится такая ватная, пушистая, тяжелая. Постарайтесь услышать глубже этот процесс, как каждая клетка ладошки слушает небо и наполняется небом. Становится еще тяжелее ладошка. Если небо перенасытилось в ладошке, то тогда оно тонкой струйкой по руке втекает в тело, и мы тогда и телом можем слушать небо, слушая ладошкой. Чтобы скучно не было, можете поздороваться с небом. Про себя скажите: «Здравствуй, небо». И услышать ответ. Обязательно услышите, такая волна пойдет. Оно же живое, и отлично оно слышит. Небо проходит везде, сквозь любой бетон. Нижняя граница его у земли, поэтому оно здесь присутствует. В небе есть солнышко, мы можем и с солнышком поздороваться, послушать его в ладошке. Ну вот, а теперь давайте. Можно, хотя можно еще несколько минут подержать. Давайте мы не будем затягивать эфир. Попробуем понюхать хлеб, который лежал на нашей ладошке. По
послушаем его запах, качество запаха, понюхаем. Возьмите другой кусочек хлеба, который остался лежать на столе у всех, и сравните запах. Ну, честно скажу, несколько иной. Несколько иной. У этого более живой запах, у этого мертвый. Ну, вот как говорился запах. Есть такое? Да, да, есть такое. Это вот одно из упражнений, которое... Да, и теперь попробуйте сравнить поверхность ладошки, на которой был хлеб, с поверхностью на другой ладошке, на которой хлеба не было. Угу. И обратите внимание, что на этой ладошке клетки стали мягче. Ну, да, честно говоря. Хотя, конечно... Когда в зале проводишь, там видно сразу лес рук. Понимаете? На этой ладошке явно клетки мягче. В данном случае хлеб всего-навсего индикатор. То, что происходило с хлебом, происходило с нашими клетками. Смотрите, мы примерно 2 минутки подержали, и уже на поверхности ладошки наши стали, на поверхности ладошки клетки стали мягче. Я вот здесь чувствую тепло сейчас. Да. Давайте послушаем телефонный звонок, Виктор. Звонок послушаем. Угу. А, Нурия, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, добрый вечер. Вот я сначала внимания не обратила. Я лежала, просто у меня нога болела. Вот потом только я почувствовала, у меня боль прошла. Потому что люди не знают, что такое, вот действительно он все правду говорит. А это вот кто не знает этого, не понимает. Действительно, это от Бога и от людей тоже зависит. Я его очень даже понимаю. Большое спасибо. У вас есть, Нурия, какой-то вопрос к нашему гостю? Да, вот я хотела сказать, что он все это правда говорит, а некоторые почему-то не понимают. О, отлично. Значит, сразу отвечаю. Значит, люди с техногенным мышлением, когда говоришь о чем-то, воспринимают все как зло, и которые живут социальными штампами. Вот смотрите, ахинея, 90% продукции, произведенной, вот что это, она, значит, почему она не полезная. Назовите мне хоть один вид продукции, вот из этих 90%, то, что мы носим, как мы одеваемся. Ведь это очень важно, кто нас обшивает, кто шьет пиджак. Если швея в плохом настроении, или она больная, она в информацию вот этой строчки закладывает болезнь собственную. Нас обшивают люди с низкой духовной культурой, фактически ПТУшницы. То есть каждый предмет, которым пользуется человек, имеет свою ауру, свою энергетику, которая может воздействовать на обладателя этого предмета. Конечно. А если люди с более глубокой культурой занимаются изготовлением... Подходить как-то вот к выбору вещей, предметов, значит, квартир, машин и т.д. и т.д. Совершенно верно. Каким образом? А люди с глубокой культурой, они не имеют способа реализовать это. Сейчас я вам расскажу. Дальше. Нельзя же сразу так вот всех обучить. В результате мы давно одеваемся не так, как одевались наши предки. Одежда раньше служила генератором, формой защиты, значит, нашего тела. Была из натуральных волокон и так далее, и так далее. Покрой был такой особый, который, значит, помогал нам пребывать в таком состоянии. Ну, выполнял разные функции, многофункциональная одежда. А сейчас все это ушло, значит, в другую сторону, и одежда во многом портит человека. Смотрите, нельзя закрывать глаза от солнца, от света. У нас вот такой карапуз ходит, идет уже вот с таким кепи бейсбольным, в очках и с таким козырьком. Это швейная продукция. Что мы кушаем? Кто разрабатывает систему питания? Давайте прервемся на долгий звонок, послушаем телефон. Валерий, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Я бы хотел поддержать вашего гостя, который сидит перед вами. Дело в том, что его многие сегодня просто не понимают. Он обладает теми знаниями, большинство жителей, ну не только нашего города и страны, наверное, не обладает этими знаниями. И поэтому я думаю, что стоит к его советам, к
его мнению прислушаться. Потому что действительно мы в большинстве своем ведем себя несколько иначе, не как создано природой, или Всевышним, или кем-то другим. И поэтому я думаю, что здесь стоит подумать над его знанием, над тем, что он говорит. Спасибо за передачу. Спасибо. Спасибо большое. К сожалению, это так. Нам удалось описать некоторые принципы существования материи, в том числе и физического тела, человека как биологического вида. То есть существуют законы, без выполнения которых человеческое тело или материя в принципе существовать не может. Виктор Васильевич, я перебью. Вот мы говорим в общем, а вот люди, они как бы привыкли к конкретике. А чем питаться? Во что одеваться? А на чем ездить? Где работать? Скажу. В питании нужно научиться так слушать свой организм, чтобы организм сам подсказывал, что кушать. То есть можно есть все. И, значит, алкоголь, и мясо, и... Если вы научитесь слушать свой организм, организм вам никогда не подскажет, что вам нужен алкоголь. Пить, во-первых, а во-вторых, алкоголь, смотрите какой. Любой процесс при повторении деградирует. Почему и алкоголь сейчас стал таким, что его вообще пить невозможно? Менталитет ушел. Раньше вино выращивали. Оно было домашнее, настоящее. Но это еще не все. Японец один, он описал и сфотографировал состояние воды при кристаллизации во время молитвы, во время пения, там, во время музыки, разные формы кристаллов. То же самое происходит с нашими, с нами со всеми, и в данном случае, допустим, когда большой праздник, большая свадьба в собственном роду, и вот когда произносится тост, тамада держит этот бокал, вина, и все слушают, оно все формируется, другое состояние, другое — это другое вино, оно живое. Все другое, эта культура утрачена. Вот. Поэтому вы когда говорите, а что нам пить, а как, то есть что кушать? Первое, что кушать? Значит, отвечаю, значит, то, что подскажет ваш организм. И второе, как кушать? С удовольствием. Вы пробовали когда-нибудь покушать, вот взять какую-то вот пищу и покушать ее с удовольствием, засунуть ее в рот и во рту, чтобы вот, знаете, вот как в оросительном орошении такое произошло, слюной вот этого с удовольствием, чтобы вы съели и проглотили. Вам пищи понадобится в 4 раза меньше. Давайте прервемся, тоже надолго звонок телефонный послушаем, потом вернемся к разговору. Леонид, здравствуйте. Вечер добрый. Да, добрый вечер. Извините, я не знаю, как зовут гостя. Виктор Васильевич, фамилия у него Вергун. Виктор Васильевич, вечер добрый. А у меня такой добрый вопрос. Очень понятно, как бы, о чем вы говорите, что действительно у нас очень много всякой очень ненужных вещей, естественно, выпускается. Промышленность — это 100%, это не нуждается, как, по-моему, в доказательствах. Как вы видите, вот, если жить по тем принципам, которые вы предлагаете, до чего, что, как вы видите будущее, если все будет происходить только как вы хотите? Хорошо. Наша программа, которую мы разработали в связи как раз вот с такими людьми, которые вот, ну, тоже первый звонок, который мы слышали, таких людей, к сожалению, сейчас становится больше и больше. Вот из-за них очень трудно нам реализовывать свои программы. Это программа экологизации, программа восстановления патологий в технике, в пище, в питании, в поведении и так далее. Мы создали аппаратуру. Это открытая, самоорганизующаяся, самонастраивающаяся система. Носишь с собой, восстанавливаются даже микрососуды. Ритмизируется бытийность, то есть помогает прийти в себя. Но, как вы знаете, ни одна самая замечательная аппаратура все равно не заменит человека. Это только способ восстановить себя. Поэтому часть вторая, это вот книга, где на уровне удалось синтезировать древние знания и на уровне 10 упражнений описать методику, как прийти в сознание. Чтобы вам я ответил более полно на ваш поставленный вопрос, я должен вам сказать, что вначале всем нам следует прийти в сознание, научиться отдавать отчет в том, что происходит с нами, со всеми,
что никакой реальной жизни мы никто не живем. Жизнь, она, вот, солнышко встает утром, травка, природа, облака, свет пошел. А мы все в другую сторону от жизни. Жизнь свою давно потеряли, заменили ее штампами, создали искусственные формы жизни. И действительно, тела у нас превратились в химические. Сейчас наука не понимает, почему очень много случаев, участили случаи самовозгорания человека. Давайте послушаем звонок еще, телефоны прервемся. Анна Петровна, мы слушаем вас. Да. Алло. Ага. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы слушаем вас. Я говорю, молоко сейчас такое плохое, одна вода. И с порошком только, порошок какой-то, казеин добавляет. Колбаса это не поймешь чего для пенсионеров. Я пенсионерка, мне 73 года. Когда охота покушать, но невозможно. Вот так, миленькие. Кстати, вот этот прибор мы создали, он многофункциональный и универсальный. Многие покупают, ложишь на водопроводную трубу, вода в вашей квартире становится родниковая. Этот прибор восстанавливает ее состояние. Это прибор не зафиксировано? Да, у нас зафиксировано, провели исследования, испытания. Коротко о вашей работе в Государственной Думе, экспертом по информационным процессам и технологиям. Вот здесь вот газетная статья Юрия Щекочихина в «Новой газете», заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности. А что вы думаете по этому поводу? Юрий Щекочихин, я его знаю очень давно, заочно. Он очень добрый и очень самоотверженный человек, смелый, и очень много жизни своей потратил на то, чтобы бороться со злом, с несправедливостью, допустим, неправедно осужденных, с коррупцией в высших шелонах власти и так далее. И вот в этой статье в газете «Новая газета» в итоге он пишет о том, что о безысходности. Вот ну как не описывай, а все равно ничего не меняется. С горечью, с сожалением. И мне жаль таких людей. Смотрите, сколько... А таких людей очень много. Умных, талантливых, добрых. И каким же образом тогда нам быть? Как действовать? Смотрите, сколько он борется, изобличает. Журналисты многие гибнут. А по сути, они дразнят зверя. Зачем дразнить тигра? Ну, разоблачай, не разоблачай. Толку от этого никакого. Как говорил Владимир Ильич Ленин в обращении к журналистам, больше журналистов...